Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. Да ладно! А смотрите, у нас, оказывается, обновился мод про Майнкрафт. Ничего себе. У нас был только Стив, а теперь и Эндермена добавили. Вау-вау-вау. Я серьезно, типа... В прошлый раз такого не было. Давайте тогда попробуем на харде. Почему бы и нет? Плюс у нас теперь же все на вебку. Ай. Ой, новый предмет. Нужно вообще будет посмотреть, что они добавили. Так, каждые 10 секунд что-то там. А, не каждые 10 секунд. Он типа тоже пуляет телесками. Классно, нет, рили, классно. Давайте я зарерулю. Нет, вот это, конечно, прикольно, телепортация, но... Можно сказать сразу, тут рандом. И сколько мы пробежали, столько он телепортнется. То есть, если я здесь, он телепортнется... Окей, сейчас покажу по-другому. Допустим, я стою здесь, да? То есть он телепортнется вниз, туда же, только с другой стороны. Да. Окей, довольно хорошая механика. Можно сразу понять это. Нет, давай ты не будешь мне сразу портить забег так, таким образом. Не хочу. Но у нас вначале дается тыковка. У Стива вначале у нас что давался? Это верстак. А у нас тыковка. Ищем хорошую комнату. Хорошая комната. А, двойная хорошая комната, но активных предметов новых нет. Я думаю, может, нам дадут какой-то хотя бы новый предмет. Там, в золотой комнате, допустим, шипастый мы уже получили. Прикольно то, что он начинает с 4 хп. Ну, с хп он появляется 7. Интересно, может он получать красный вакуум, либо типа того. Блин. На самом деле такое... Не, обновление классное, это... О. Зелье силы. Блин. А тогда не было, да, кажется, их? Ну, они как бы были, но... Что мы тогда подбирали только? Взрывное, да, какое-то зелье? И то там... И на какой-то промежуток времени очень маленький был. Так, чертяка. И сразу сюда смотрим. Воу-воу-воу-воу-воу. Это, блин, знаете, у них поведение, как у этих хантеров. Сразу видно, что комната новая. Почему я это говорю? Потому что здесь новый камень какой-то. Сейчас мы посмотрим, что из него выпадает. Уголь. А, дальность атаки. Еще новый предмет. Это Magic Loom. Короче, на этой хрени, на этой почве растут грибы. Ни хрена урона нам добавили. Ну, давайте, я думаю, с этим и пойдем всем, да? Типа, почему бы и нет? Довольно на старте нормальные вещи дали. Очень нормальная. Блин, жалко, что вот эта вот херовинка, да, типа монетка не с той стороны. Так я бы мог вот так сделать, да и все. Было бы классно. Так, мне кажется, карта как-то, да, немного увеличилась именно приближение. Или мне кажется. А, фиг его знает, ладно. О, вот, ребята, это польза, вот. Хоп. На самом деле, я сначала думал, что он рандомно телепортируется. А потом, когда ты понимаешь, что вот такая вот имба... Да-да-да. Так, а что у нас делает эта чертяка? Не помню. Кажется, собирает красные сердца и превращает мне их в синие-черные, да? Так, хорошо.
Главное не тупануть и не телепортироваться так, чтобы я там на колючки попал, либо типа того. Стоять, ну, с какой-то стороны, да, это тоже. Так, локап. Локап монетки, они подсвечены красными у нас становятся. Блин, вот это, мне карта, мне кажется, ее переделали или нет? Я сейчас заметил, что это у нас двойная комната. А это значит очень отлично. Почему? А потому что мы можем что сделать? Правильно, собрать два артефакта, плюс попасть в адскую комнату. Блин, я не хочу, потому что это дерьмо. Извиняйте, но это дерьмо, ребята. Блин, нафиг туда попадешь? Так, у нас сразу же босс этот есть. Ага, и у нас есть такая комната с боссом. Блин, нам нужно будет скорость слезок увеличить. А то как-то уныло у нас все. Не, хотя урон есть. Сразу два предмета из Майнкрафта. Это уже, это ж по сути новые предметы, да, ну? С обновления дали. Интересно, будут ли еще какие-то там скелеты? Вот из новых врагов, как сразу можно было увидеть, это иссушитель. Что я еще собрал? Я же еще что-то добрал или нет? Новые комнаты появились. Я разве мод не убил? Я вообще хотел пойти на этого. Хотел сказать на Делириума. На Годмод. Ой, Годмод. Как у нас... Блин, я... Ой, блин, знаете, на самом деле я забыл, как его зовут. Слушайте. Он еще с этими золотыми монетками. Блессернге, дай мне скорость атаки... И еще хуже. Почему? Минус урон, минус скорость атаки. Но зато у нас прическа новая появилась, слушайте. Ха. А, не, ну вот это на самом деле имбовая вещь. Rabbit Foot. Rabbits. Удача дает. Локап. Ого, сразу две локапа. Не, ну это кажется курица, да, у нас жареная из Майнкрафта. Ну, я здесь, в принципе, ничего не вижу, что можно взять. Плюс у нас так мало хп. И вот это вот прикольно выглядит, типа... Изменили модельку, я не помню, было ли изменено на Стиве, но здесь уже видно, что изменили. Это хорошо. Плохо то, что они все равно меняют то образ у самого героя нашего. Пиздец ты быстренький. И теперь я не знаю, где мне ходить. Блин, нужно, чтобы они сделали таблетки еще. Ну, это, конечно же, не сделают, потому что сказали, что это же последнее было обновление до... этой игры, для этой игры. На урон. Таблетки с уроном. Или есть такие? А я просто о них не знаю. Блин, ладно, с уроном, да, мне повезло. Здесь соглы. Так. И я заметил, что мне бомбы не дают почему-то. Ага, вот так, да, значит? Ну, возьму, окей. О, нам дали еще один шприц. У нас скорость почти максимальная. Блин, он не похож уже на Эндера. Черт. Давай, сердечко. Хорош. Но я не думаю, что типа есть смысл менять мне пробел. Потому что это пробел однозначно классный. Он большую полезность имеет в себе. Так, нихера. Вот это, конечно, крыса, слушай. Спрятался за него и пуляешь с его стороны. Ну? Так,
Хорошо. Можно еще походить, пособирать монетки. Блин, херня в том, что у меня проклятие. У меня проклятие с слепоты. А шанс того, что я могу черную свечу выбить. Вот сейчас будем юзать. Так, становимся так. Готово. Ага, он не телепортируется, если нельзя. А бомб у меня... нету. И смотри, он не может телепортироваться там, где типа... Блин. И... Сука. И не забрать. И бомбы мне не дают. Почему мне бомбы не дают? А где все бомбы? Куда вы подевали все мои бомбы? Так. Убит, убит, убит. Я могу сейчас пойти и рискнуть зайти в шипастую комнату. Но есть ли смысл? Я думаю, нету. Ложкам. Хорошо. Сердце. Эх, паук. Бомбы вы на самом деле... Ну, как сказать... Хотя нет, стоять, у меня была же бомба одна. Мы взорвали хороший камень, и там что был? Уголь. Только мы его не взорвали, а мы его подобрали. А, черт, ладно. Пипец ты наплодила. Так, все отлично. Вау! Вот это было близко. Пипец, она червей рождает. Давай, давай, давай. Это несколько штук сразу плодит. Так, знак неизвестности. Изи бомбы, изи бомбы. Это контракт на бомбы. Привет. Что? Да ты... Ля какой? Ля он какой? Да? Гамню какой? Но мне повезло, что мне дали бомбы, поэтому я сейчас черное сердце себе верну. Пожалуйста, дайте мне уголь, уголь, уголь. Уголь. Пробел. Нет, мне пробел не нужен. Все, можем уходить отсюда и идти вниз. Давайте решать, куда мы с вами пойдем далее. В рай или ад? Ну, конечно, еще это не скоро будет, но все же. Да, вот, хотел надурить. Думал, сейчас на меня он побежит, а я такой резко бац и улетел. А не тут-то было. Ладно. Мне нужно... Цены. Сразу видно ценные предметы. Очень ценные предметы. Ой, сейчас будет на меня скакать постоянно.
Плюс он по хп очень плотный. Такой противный враг. Вот-вот как? Это нужна очень быстрая реакция, чтобы успеть. Я подумал, он сейчас прыгнет. А он может прыгнуть. Я не сомневаюсь. Еще раз хотя бы. А, не успел. Ладно. Батарейка, которая мне нахер не сдалась. Ключ? Нет. Взорвайся. А ну секретку найдешь мне? А, нет, походу она была снизу, но я не буду бомбы тратить только ради того, чтобы типа найти секретку, которая может и не быть. Которая может и не быть. Все-таки нам бомбу дали. Еще дали бомбу. Ага, теперь нам чисто дают одни бомбы. Окей. Мяско, 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 мяско. Теперь их два. Готово. Ну, стоять. Это благодаря чему у меня? Я два раза закусился. Ладно, походу это из-за мяса. Так, золотую комнату я еще не нашел. А, я могу зайти в магазин. А то не магазин, то типа библиотеки, скорее всего. Ключок. Как их много, как их много! Зачем их так много? Тупые скелеты. Фу-фу-фу-фу-фу. Я просто сам себя коцаю. Нахера я сам себя коцаю? Об этих тупых мух. Пожалуйста, возьми. Полети, пожалуйста, возьми сердце. Да. А я про телепорт забываю. Я понял. Про телепорт мы забываем. Ох, там пиздилка. Да, в какой-то степени они боятся ко мне очень близко подходить. В какой-то степени боятся. Так, магазин. Что хочешь со мной обменять? На розетку? Нет. Я могу купить за 7 штук. Что там? Либо задонатить в аппарат. Я куплю что там. Класс. Ну не, я тебя должен убить. Получить за тебя 2 монетки. Пойти найти еще хотя бы одну монетку и задонатить в автомат. Не забывай про пробел, не забывай про пробел, да. Монетки. Все, полетели, короче, донатим в автомат, может я апну автомат до 6 уровня. Или я его не апну. Так, магазин мы нашли, золотую комнату нужно только найти, да и все. Типа, что меня здесь держит? А ничего. Меня держит то, что у меня сейчас очень мало хп. Просто ровно
3 сердечка. Это ровным счетом почти нету сердечек. А, оно не хочет собирать сердечки искать. Да почему у меня везде это проклятие? Ну давай возьму. Я опять пробил. Класс. Или у него... Ой, блядь, ну нахер. Я еще задамажился, класс. Полетели, знаете, что сделаем? А я открою эту комнату. Плевать, открою эту комнату. Хорошо. Secret room. Телепорт. Хорошо. А, тратим две бомбы. Что это? Охренеть. А я вас понял. Какой шанс? Нет. Ну, здесь аппарат просто стоит для того, чтобы, типа, выбить охренительные вещи. Ну, мне, конечно же, не повезло. Ладно, давайте, короче. Хотя, нахер надо, погнали дальше. Мне главное выжить. Я очень много впитываю сейчас урона. Ой, здесь лучше телепорт не юзать, потому что можно так обосраться. За счет этого. Где моя странная райская комната? Плюс. О, наркоманчика получили. Отличненько. А что мне там урон, кажется, да, немного прибавился. Это сейчас не смешно. Где мой урон? Был, помню, 10 урон. Был, помню, 10 урон. Смотрю, сейчас уже не 10 урон. Помню, был 10 урон. Уже не 10 урон. Теперь можно просто обосраться. Как сейчас. Бля. Ой. Сдохну так. Блин, а ну почему так сложно? Зачем так сложно? Ну нахера? Я все, конечно, понимаю, но почему именно мозги Боба мне дали? Почему мне дают дерьмо? Почему мне урон уменьшили? Бля, вот это стоять так опасно около них. У меня что, на всех? Серьезно, у меня будет везде проклятие это? Неужели? Спасибо. Спасибо. Не, ну пока я золотую комнату не найду и магазин тоже, я никуда не пойду. Извините. Нужно было походу по низу, да, идти? Хорош, хорош. Суисайд. Просто суисайд. Еще давай. Хорош. Все, воскрешение. Просто воскрешение. Что, погнали за бесплатным ключом тогда? Ништяк. Да, бесплатный ключ.
Я хотя бы получаю 3 сердечка бесплатно. Bombs are key. Класс. Спасибо, Кэп. Спасибо, Кэп. Нет, все-таки у нас это фиг... Блин, а теперь мне донатная машина нужна. Ну, не сорян, ладно, сколько... Стой, там был этот... Новый предмет. Его не взял. Так. Save your items. Сохраняй твои вещи. Это пробел. Давайте, у нас все равно как бы обзор, да? Вот так вот. У нас вот так вот. Так, музыкальный блок. Ну хорошо. Допустим. Но он сохраняет вещи на какой-то промежуток времени все-таки. КД-4, да, заряда получается? Или один? Что музыкальный блок делает, мне интересно. Где забывай про эту атаку? Как бы он не доджит урон врагов с собою. Или доджит. Я только что на лицо принял, но... Что-то не так. Блин, он еще жирный, потому что красненький. Ай. Чувствую, я опять умираю. Блин. Ваншотил их, теперь уже не могу их ваншотить. Или телепорт лучше взять. Спасибо. Я знал, ты меня услышишь. Спасибочки. Очень спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Не, ну нахер вот этот, короче, предмет. Просто мы сейчас нашли имбу. Это можно сказать, мы уже выживаем. Полноценно все. Сейчас у нас урон жесткий. Все жесткое. Все отлично. Все класс. Так, дуэлька. О. Сразу новый предмет. Ну ты мух не создаешь, да? Хеллап. Мухи. А, бомба. Так, more rooms. Юпеста. Непонятный предмет. Так, взрываем тебя. Опа, это что эти? Слизники. Слаймы. Это же слаймики, слаймики. Давай, 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 давай. Так, у меня самонаправляющие еще слезы. Так, вот это ты, конечно, плохо сделал. Некрасиво. Некрасиво. Так, тут нету смысла находиться. Ой, не, я сейчас так, одну вещь понял, что мне лучше быстро одно сердечко схватить, чтобы отхилиться. Чтобы отхилиться, одно сердечко мне нужно заполучить.
Так, раз. Не буду. Не, вот это хорошая тема с самонаправляющимися слезами. Мне сердце нужно. Без 20 урона, жесть. Теперь я просто непобедим. Хоп. Хоп. Все. Один раз закосился, нормально. Так. Там у нас магазин, да? Тихо! В магазин пойдем. Так, вижу зелье. А, да, конечно. Зелье рандомное. Ты нам нахер не нужен. А можно, в принципе, сердца купить. Купим сердца. Но у нас, блин, есть питомец, поэтому нахер. А, магазин же последний, смысл. Ладно, давайте, короче, покупать сердца, потому что я думаю, это херня-херней. Так, глаз. Глаз и верстак. Пресс-С. Крафт. Блин, мне нужно было... Он крафтит... Блин. Окей. Нужно найти монетки. Срочно. Мы должны найти монетки. Монетки. Пилюлю брать не буду. Отлично. Я просто удивлен тому, что мне ничего не дали. Зараза. Почему блок ничего не делает? Тупой боб. О! Сейчас он заиграл. Аж. И то это нужно, чтобы по нему попали. И странно, что тогда по нему тоже попали. Так. А монетки они мне не дают. Да? Придется искать. Вот и монетки. А вот и монетки. За что? Ну за что? За что? За что так жестко? Ух ты ж, ё-моё. Нам нужно было где-то хотя бы полет? Думаю, нет. Не, нужно книгу просто потрогать. Может, мне дадут этого. Библиотекаря. А, хотя здесь можно было заюзать. Я знаю, где я заюзаю полет. А, мне нужно 10 монет, чтобы получить ключ либо бомбу. Хорошо. А, так, мы бежим быстро в библиотеку. Я думаю, сделаем как раз две вещи. В шипастую комнату залетим. Залетаем в шипастую комнату. Какая полезность от этой комнаты? Типа один халявный ключ.
Просто бесполезный коц. Всё. Хотя бы как-то так. Оп. Хотя бы смог восстановиться. Блин, тихо. Мне главное, чтоб мозг не появился резко. Так, я вижу хороший камень. Пойдемте в рай. Ох, мне сейчас еще слезки эти будут. Которые очень много урона наносят. Так, одну монетку, в принципе, я могу заюзать этот. Крафт. Крафта-батишто. А вот здесь уже смысла не вижу бегать, что-то лутать. Нужно искать хорошие пилюли. Так, ну эти понятно, что сдохли. Консол крафтинг тикет. А, музыкальный блок, да, сработал. Непонятно, что он все равно дает. Сердце-то охерительное. Я не могу упустить такую херь. О, еще новый предмет. Это у нас все статистики ап. Вау. То, что все статистики у нас ап, это здорово вдвойне. У нас, по сути же, все увеличивается, да? All stats. Да-да-да-да, классно. Классно. Так, я могу скрафтить себе что-нибудь. Что-нибудь, только смысл. А, дадут нам бомбу, ладно. Знаете, что я сейчас заметил? У меня тренька пропала. Вот это я заметил. Это довольно не круто, поэтому... Где моя сраная тренька? Где моя сраная тренька? На себе. Вы понимаете, что это сейчас значит? Ну, чтобы вы понимали, мне нужно шипаться теперь комната. Это листик поиска. Листик поиска. Монать, лучше просто стоять на месте и стрелять в них. Жаль. Блин. Жаль, что просираю. Ну, увы, так. Так, херовый череп. Хороших камней нету. О, еще классный. Глазик.
Просто кайфо, 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 кайфо. Так, дублирующий малыш. Все, идем далее. Не, если будет, будет шипастая комната, я в шипастую зайду. Черт. Черт, черт, черт. Оно все, да, дублирует ведь? Нет. Ух, зелье. Плюс 6 сердец? А, плюс 6 сердец, это именно сердец-сердец или... Просто такое. Вот такие вот. Хотя это тоже хорошо, слушайте. А нет, он именно сердца дает. Ай. О, давай сердце мне еще. Хороший камень. Как музыкальный блок работает. Хороший камень. Как мне это нравится. Мне это очень нравится. А так еще у него слезки, и это призраком. Ну это круто. Так, мне босса нужно теперь только найти. Идемте вниз, я думаю, он снизу где-то будет. Так, хороших камней, как обычно, не наблюдается. Все готово, пробегаем. Это просто жопа. Просто разнос. Просто разнос. Так. Ой, бля. Ты серьезно? И куда мне лететь, получается, вверх? Или, как обычно, всегда будет правильное место там, где куда ты идешь последним? А, не, сюда. Пипец, у меня удача хорошо летит. Удача летит, аж летит. Изи. Просто изи. Блин, только жалко то, что я все равно не нашел комнату. Так, мы идем вверх. Монастырь, либо храм. Готово. Ай. Вот сколько я выстрелов сделал, и все не светящиеся. Это круто. На сатану уже, да, пойдем? Пойдем на сатану. Куда мы денемся? Да, мы денемся, конечно, пойдем. О, блядь. Это еще бремстовывающее. А? Тем. Повезло.
Повести, повести, повести. Ну, это неудивительно. Ни хрена. А, так он впитывает урон, все. Я думал, он прост, оказывается, нет, не прост. Он именно работает, как и в Майнкрафте, только там нужно бить, а здесь мы по нему стреляем. Ну, один коц нужен был. Ты чё? Какой же читер? Какой же ты читер? В смысле? Так, у меня монетки есть. Что? Тебе нужно 10 монеток? Мне нужно крафт-стол. А, ясно. Нужно было с этого начинать. Ну, тогда это предмет бесполезный, на самом деле. А хотя нет, ну он стреляет, поэтому... 50-50. Так, зажигалка. Black Hole. По сути, его так можно его досить. Типа он все равно ничего не сделает. Так, Black Hole я не буду брать. Телепорт возьму. Только зачем мне телепорт? А, погнали сразу на сатану. Ни хрена монет. Да, погнали, наверное, сразу на сатану. А то еще так отъеду. Сейчас будет просто изи. А, и они, как обычно, все прокляты. Куда же без этого? Даже без этого, чтобы не были они прокляты. Ай! Это было опасно. Вот черт, вот зараза. Бримстоны эти, черт, я забываю о них. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, типа от сатаны я то не сдохну. Это понятное дело, потому что я буду за блоком стоять. Все, вот так стоим и настреливаем. Типа он нам ни хера не сделает, по сути. Да? Да. Все, изи. Изички. Thank you.
Как бы так. Мод у нас, получается, стоит, да, ж этот? Бримстун и Стив Майнкрафт, да. Добавили только нам с Эндером. Или Эндермен был, подождите, я не помню. Был у нас Эндермен или нет? Я помню, что Стив точно был. Эндера, скорее всего, добавили и добавили новые вот эти ж айтемы и врагов. Типа, что было у нас нового вообще здесь? Эндер-слизняки. Да, Эндер-слизняки именно. У нас были иссушители, слаймики, новые предметы, такие как адский саженец, скорее всего, я не помню, как они называются. Глаз, который стреляет, да, можно с помощью него крафтить что-то. Эндер есть у телепорта. Эндер сундук. И... зажигалка. Я не помню, была она просто тогда, но это то, что мы увидели сегодня. Вообще, в моде. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.